пожалуйста, чего вам не хватает для счастья? Вот есть что-то, что вас прямо может обрадовать? Родители рядом здоровые, счастливые, и это, по-моему, все, что нужно для счастья. Да, родных рядом, которые очень далеко находятся от нас. Да, мне все хватает для счастья. Для меня счастье это самое главное, это мои родители. Будет биться их сердце, значит, буду счастлива и я. У меня все есть. У меня семья, у меня дети, у меня внуки. Мне для счастья этого хватает. О, пенсионеру чего не хватает? Денег не хватает пенсионеру, как всегда. Маған бәрі жетеді. Мен бақыттым. Чтобы мои близкие всегда были счастливы. Я радуюсь, когда я прихожу домой, и меня встречает моя родная бабушка. Меня радует все, что происходит у меня на родине, дома. Если там происходят какие-то вещи, особенно в моем доме, с моими родителями. Если все хорошо с моими родными, то тогда и счастлив я, соответственно. Ну, конечно, стипендия. Мне очень нравится стипендия. Когда падает стипендия, мы очень-очень счастливы. Все-все студенты. Это я могу вам сказать точно, 100%. Когда моя девушка улыбается, вот это радует. Мне бы счастливо, чтобы город был чистый. Есть же много чего хорошее. Песни хорошие, например. Шутки хорошие, стихи. И много чего есть хорошего в жизни. Не обязательно там деньги. Работа, чтобы была интересная. Бақытты болу үшін адам денсаулық керек, бірінші. Екінші, адам өзіне өзі сенімді болу керек. Я, үшінші, адам өзіне семьясына шыншыл болу. Сол бақытты ғой, бала-шағаңмен, семьяңмен отырсаң, сол бақытты.